И мы попадаем в настройку рисунка, ну, блокировки телефона, пояснее говоря, то есть поточнее. Тут нюанс в том, что если у вас Android последний, 11, и с обновлением уже с марта, вот при вводе рисунка либо пин-кода у вас выйдет ошибка, и этот метод не прокатит. То есть вам сначала до этого надо снизить прошивку на данном телефоне, на Samsung. Данный телефон у нас A405FM, прошивка, которая сниженная на нем, будет в описании. То есть ссылка на него, на прошивку. А если у вас другой телефон, вы вводите, заходите в рекавери, там вводите в строке, ну, там есть, то есть расшифровка прошивки, и в строке поиска надо ввести это все, и вы найдете эту прошивку. Приветствую, друзья, на канале. У нас сегодня Samsung A40, A405. И для разблокировки нам понадобится скачать в описании ролика приложение Samsung. Вот это. Samsung FRP Tool. Она будет в описании, либо можете просто в поисковике ввести и скачать. Можно, например, с сайта Фопеда. Будет папка. Сейчас я покажу. Ну, вот такой будет архив. Его разархивируете. И вот такая папка. Устанавливаете драйвера и запускаете программу. После запуска, если у вас Windows до семерки, можно просто запустить и продолжить. Если у вас десятка и более, надо отключить установку, то есть верификацию драйверов. И как это делать, наверное, вы разберетесь, либо я дам там ссылку в описании будет. После этого запускаем эту утилиту и подключаем телефон. Вот я подключаю его и нажимаем на bypass FRP. Окей. У нас должен отображаться вот порт, установиться драйвера, и вот окошко вылезает посмотреть, и мы попадаем в YouTube. Иногда в этот, как его, браузер. Тут прошу прощения, я забыл вам сказать, сперва надо обязательно подключиться к Wi-Fi, чтобы у нас был доступ к интернету. Подключаемся. Вот как видите, я подключился и нажимаем FRP Bypass, чтобы выйти в браузер. Немножко дожидаемся. Так, у нас порт не определяется. Давайте еще. И нажимаем. Вот порт определился, значит все нормально. Сейчас у нас пойдет активация. Воздействие. Это еще раз нажмем. Вот пошло, пошло, пошло. И вот окошко вылезло посмотреть. Мы попадаем в YouTube.
и сразу в Chrome. Можно отключить устройство, продолжить, далее выбираем Google, ok, и тут пишем Samsung Apps, либо можно через Adron пишем просто и переходим в сайт, нажимаем первое предложение, и тут вот Galaxy Store есть, open, так, и вот нажимаем на это, и мы попадаем в Galaxy Store, принять. И надо нам обновиться. Обновляем, и после обновления, возможно, нас выкинет назад. Если выкинет, снова понадобится нам эта утилитка, чтобы снова зайти в браузер. Далее нам необходимо скачать с Galaxy Store приложение Hint Settings и через него поставили графический ключ. Итак, обновились, и нас выкинуло назад. Заходим снова. Ну хорошо, что начало на выкинуло. Это уже хорошо. Друзья мои, суть в чем? Вводим аккаунт, который у нас есть, ну, самсунговский, а потом мои приложения, заходим и находим те приложения, которые у нас есть. Но этот вариант как бы попроще, то что я тут скачивал уже есть, ну, с этим аккаунтом Android Hidden Setting, вот этот надо settings, либо вот этот Play Service Hidden, но этого уже в Samsung Store нету, Play Store, и нам приходится, ну, нам придется вот этот Android Hidden Settings сейчас найти, и пишем тут мы Android. Ввели вы самсунговский аккаунт, и в строке поиска пишите Hidden Settings, вот Hidden Settings, выбираете и его скачиваете. Чтобы ну, суть, надо попасть настройку экрана блокировки. Запускаем ее, и здесь пишем screen lock, так, ну что у нас, ничего не нашлось, а, тут ошибочка, screen 2e, вот screen lock, и мы попадаем в настройку рисунка, ну, блокировки телефона, пояснее говоря, то есть поточнее. Тут нюанс в том, что если у вас Android последний, 11 с обновлением уже с марта, вот при вводе рисунка либо пин-кода у вас выйдет ошибка, и этот метод не прокатит. То есть вам сначала до этого надо снизить прошивку на данном телефоне, на Samsung. Данный телефон у нас A405FM прошивка, которая сниженная на нем, будет в описании, то есть ссылка на него, на прошивку.
А если у вас другой телефон, вы вводите, заходите в рекавери, там вводите в строке, ну, там есть, то есть расшифровка прошивки, и в строке поиска надо ввести это все. И вы найдете эту прошивку. Итак, мы вводим рисунок. Продолжить. Еще раз. Продолжить. Так, пробуем. Вот у нас рисунок принял телефон, значит, все нормально. Эту же процедуру, если вы сделаете, повторяюсь, на новом Android 11 с обновлением с марта месяца, это все не прокатит, тут выйдет ошибка настройки. Ну все, друзья, на этом телефон, можно сказать, разблокирован. Сейчас я вам продемонстрирую это. Идем назад и потом вперед на активацию, где мы вводим этот рисунок, который мы только что ввели. Пускаем все. Вуаля, друзья, телефон изверёг наш свободник, с чем я вас поздравляю. Подпишитесь на канал, жмите на колокольчик и до новых встреч.